сена, сенаж и силос. Заготовка кормов в районах Чувашии продолжается. Некоторые муниципалитеты уже достигли плановых показателей. Статистику озвучили на еженедельном совещании в Доме правительства. Почти 80% многолетних трав скошены. План по заготовке сена выполнили в 4 районах Чувашии – Канашском, Козловском, Порецком и Урмарском. Сенажа заготовлено 181 тысяча тонн, что составляет 75,9% плана заготовки. Объем заготовленного сенажа на 20% превышает показатель прошлого года. Внесенные в законодательство изменения позволили усилить меры государственной поддержки семьям с детьми. По данным Минстроя, в первой половине этого года льготную ипотеку под 6% годовых оформили 185 семей Чувашии. Профильное ведомство прогнозирует, что к концу года эта цифра увеличится в 3 раза. Если в прошлом году срок действия льготного периода составлял от 3 до 5 лет, то с 27 марта 2019 года срок льготного периода распространяется на весь срок кредитования. А также отмечается дополнительное снижение процентных ставок по ипотеке со стороны самих кредитных организаций до 5% годовых. Стоит отметить, что с 3 июля начала действовать еще одна мера поддержки. Семьям, у кого в этом году родился 3-й и последующие дети, могут частично или полностью погасить ипотечные жилищные кредиты. Сумма до 450 тысяч рублей. По информации банков, механизм уже запущен, и многодетные семьи могут оформить необходимые документы.